Глобальный диалог представителей промышленности, профессионалов отрасли ИКТ, инвесторов и государства. Он состоялся в рамках форума «Цифровая индустрия и промышленность России» в Иннополисе. Его недаром назвали главным событием цифровой экономики России. В рамках конференции более 5000 делегатов из 18 стран встретились, чтобы обсудить вопросы российской и мировой цифровой экономики. Стратегия развития диджитал-технологий в России получит свое воплощение в виде дорожных карт. Они станут ключевыми документами для реализации национального проекта «Цифровые технологии». Этот процесс коснется абсолютно всех сфер экономики, культуры, промышленности. Например, дополненную реальность или виртуальную давно приспособили для обучения. Задание – осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением. Его выполняет весь персонал Ростеха после теоретического блока вопросов. Отдельным областям придется подстраиваться под требования времени. Это касается СМИ и власти. Традиционным печатным СМИ нужно осваивать новые форматы работы, улучшать свой контент, использовать обязательно видеоформаты. Сейчас у нас такой формат использует газета «Советская Чувашия», которая создала свой канал на YouTube. Также эксперты сказали, что обязательно нужно выходить в социальные сети. Над этим наша республика тоже активно работает. Не только масс-медиа, республиканские, районы и городские выходят в социальные сети, заводят свои странички и группы, но и органы власти. Эта связь «Власть-народ» через соцсети налажена в Иннополисе. Началось все с небольшого чата, где первых жителей инновационного городка предупреждали об отключении воды или же электричества. На сегодняшний день у нас в городе больше 250 специализированных чатов и один большой чат, называется «Супернополис», то есть когда есть минутка, можно туда зайти почитать. В принципе, там туда добавляем не по прописке, да, просто нужно написать наш консьерж-сервис, так, все там знают про то, что у нас есть консьерж-сервис целого города, то есть как сервис, написать консьерж-сервис и вас обязательно добавят. Единственное, что там нужно деанонимизироваться. Конференция объединила в себе собственный бизнес-форум, дискуссии, круглые столы и выставку. Итогом работы трех дней стали подписанные соглашения власти и бизнеса. Ирина Волкова, Бахтияр Велиев, Республика.